Шановні друзі, я радий вітати усіх разом з нами, усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Мене звати Юрій Бібік, ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Дякуємо вам за це і не забудьте поставити лайк одразу, залишати свої коментарі і, звичайно, підписуватись. Для нас це дуже важливо. Мій гість – пан Геннадій Гудков, російський опозиційний політик, Геннадій Володимирович. Здравствуйте, рад вас видеть. Да, Юрій, я приветствую вас, приветствую всех зрителей вашего канала, конечно. Спасибо, что вы с нами. Ну что же, вы знаете, то есть, что случилось за ночь? Значит, ночью беспилотники украинские, судя по всему, атаковали Конаковскую ГРЭС, или Конаковскую, я прошу прощения, не знаю, как правильно с ударением. Я тоже. И газораспределительную сеть в Тверской области Российской Федерации. Там разгорелся масштабный пожар, и вот по словам местных, он был виден в нескольких километрах от места происшествия. Власти российской столицы сообщили об атаке на московский НПЗ. По словам Собянина, дрон сбили возле завода. Но там тоже видно какое-то задымление. И я хочу вас спросить, вот как бы тактика сторон состоит в том, чтобы выносить инфраструктуру энергетическую. Россия нанесла массированный ракетный удар. Почему-то попала, судя по всему, потому что у меня нет света, да? Что-то удалось нам сбить. Украина наносит удар беспилотниками, потому что ракеты, к сожалению, нам не предоставляют штаты для того, чтобы мы стреляли. Что-то сбивает Россия, что-то нам удается, во что-то удается попасть. К чему это все приведет? Вот издание Bloomberg пишет, например, что там из-за проблем с электроэнергией, возможно, около 400 тысяч украинцев зимой покинут пределы Украины. Что будет в России в этом смысле, если тенденция продолжится, как думаете? Ну, вот давайте так. Вот эти удары дронами, они, если имеют военный смысл, то их надо продолжать. Ну, например, там удары по скоплениям какой-то техники, по аэродромам, откуда взлетают самолеты, по пусковым установкам, ну, условно говоря, там все, что наносит удары, и там, это все полезно для войны, для хода войны. Если мы берем морально-психологическое состояние нанесения ущерба там какого-то там, то все, что в регионах, не влияет, не имеет никакого значения. Вот с точки зрения морально-психологической обстановки, климата, понимания там войны и так далее. Вот смотрите, мы с вами сейчас имеем волну миграции внутренней из-за действия вооруженных сил Украины в Курской и Белгородской области уже более 300 тысяч человек. И что? А я вам отвечаю, ничего. Поэтому, если есть военный смысл, если есть смысл нанесения удара по военной инфраструктуре, если есть смысл там выведения из строя объектов инфраструктуры энергетической, которая снабжает фронт, в этих ударах есть смысл. Если хотите мое мнение знать, то удары такие вот точечные по территории, допустим, там, ну, вот вывалить газораспределительную сеть в Тверской области. И чего? Ну, ничего. Вот абсолютно ничего. Ну, да, вот скажешь, да, вот прилетело, вот, да, теперь. Это уже рутина. Я думаю, что если еще там что-то будет по Москве, ну, допустим, тут же НПЗ там или что-то еще, какой-то там объект, обеспечивающий войну, или, допустим, там топливом, заправкой, самолеты, которые взлетают, военный транспорт и так далее. Это еще будет иметь резонанс в Москве. Все, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, ну, мелкие неприятности, которые надо пережить. Вот я просто хочу привести пример вам, очень понятный. Вот смотрите, была зима тяжелая. Вышло из строя отопительное оборудование. Части районов России, регионов России, городов, там, поселков остались без тепла. Это там в 30-градусный мороз. Понимаете, да, насколько это острая ситуация? Вспоминает ли хоть кто-нибудь сейчас где-нибудь про это несчастье? Как только дали тепло, немножко забыли, через неделю, через 10 дней все уже забыло. Забылось. Произошла какая-то катастрофа, связанная с наводнением. Поплыли дома, поплыли хозяйства. Да, ах, ох, ужасно, так сказать, страшно и так далее. По крайней мере, на уровне общественного российского мнения. Все подсохло, все там чего-то, какую-то помощь оказали
несчастным пострадавшим. Конечно, они там ничего не смогли ни компенсировать, ни отстроить, ничего. Крутятся как могут, спасением утопающих. Дело рук самих утопающих. Великая фраза Ильфа Петрова. Она работает в России и в Советском Союзе всю жизнь. Вот. Поэтому про это наводнение никто не вспоминает. Какое-то еще там что-то произошло. Какой-нибудь сель. Что-то там обрушилось, что-то взорвалось. Это не влияет на общественное мнение. К этому привыкли. Техногенные катастрофы, аварии. Там. Кто сейчас вспоминает, что Братская ГЭС там тяжелейшая техногенная катастрофа произошла, когда там погибли люди и так далее, были затоплены и прочее. Кто вспоминает? Да никто. Я уже даже, вот, несмотря на то, что, так сказать, критиковал это с думской трибуны и отсутствие серьезного расследования, я уже сейчас детали не помню. Я уже не помню, хотя я выступал на трибуне и говорил все эти цифры, и говорил о безобразном отношении к расследованию, о том, что не выявлены причины, не созданы системы защиты от такого подобного рода трагедий. Понимаете, поэтому количество катастроф, несчастья, трагедий, перебоев с электричеством, отсутствие тепла, воды, там, что хотите, это настолько привычная картина для России, что там пролетело еще 10 дронов, или даже 20 дронов, и где-то там что-то, чего-то, какой-то нанесли ущерб, это в общей массе особо не воспринимается. Да, эмоциональный момент присутствует, локальный, но он ни на что не влияет. Это вот просто моя оценка, я могу быть неправым чем-то, могу что-то не чувствовать, может быть, сейчас меня там начнут в комментариях костить и костерить, сказать, ты вообще там ничего не понимаешь, мы тут находимся, страдаем, а ты там говоришь, что никто не реагирует. Да, я понимаю, что люди страдают, да, понимаю, что для них жизнь поменялась, что у них этот последствия этих трагедий, они продолжают им не давать нормально жить, но общество, на мой взгляд, не реагирует. Что в таком случае, Геннадий Владимирович, может повлиять? То есть, что конкретно, на ваш взгляд, может дать результат? Ну, что может дать результат? Первое – это военное поражение. Ну, например, там, я понимаю, что сказать легко, трудно сделать. Все понимаю, я не какой-то там прожектор. Если бы Украина нанесла удар и перерезал, предположим, сухопутный коридор в результате наступления. Это было бы тяжелейшее поражение войск, и было бы понятно, что, в общем-то, война идет против. Или, допустим, ну, какой-то массированный удар по каким-то военным объектам в Москве. Именно в Москве. Это тоже может отразиться на морально-психологическом состоянии российского общества, потому что все то, что происходит в Москве, это событие. Все то, что не происходит в Москве, это не событие. Это не потому, что я там это придумал. Вот мы знаем, что есть геноцид в Руанде, и там погибло 1 000 000 человек. А кто знает? Вы знаете об этом? Вот сейчас вот спроси даже любого информированного человека, живущего на информационной ленте, а что же произошло в Руанде, почему там погиб 1 000 000 человек? И я думаю, что будет молчание, потому что еще не все найдут эту Руанду на карте мира. Там 1 000 000 человек погиб. 1 000 000 был уничтожен. Вот. То есть это почему? Потому что, вот я извиняюсь опять-таки за цинизм. При всем том, что там страдания, чудовищная трагедия, Руанда – это периферия. А в Париже, допустим, не дай бог, что-то произошло, какой-нибудь теракт, погибло 6 человек. И весь мир говорит. Ну да. Ну вот это так устроено мировое информационное пространство. Это не я сделал, не я придумал. Поэтому, когда мы говорим, что влияет, влияет либо события, которые, понятно, затрагивают всю страну, либо происходит в столице. Я говорю про Россию, говорю, Россия вообще вот такой комплекс столицы. Там вся власть, вся деньги, все интересы, вся борьба и так далее в основном. И вот если что-то там происходит, это имеет резонанс. Один прилетевший дрон в Москву заменяет 100 дронов, прилетевших в другие регионы. Если мы говорим о моральном, психологическом эффекте, не о военном, не о там, значит, уничтожении инфраструктуры и так далее, то есть не о военном, военно-политическом. Мы говорим о моральном, психологическом, только Москва. Москва, ну, может быть, Петербург в меньшей степени, в значительно меньшей степени. Вот то, что Москва. То, что дрон пролетел на НПЗ, заметили, а то, что 100 дронов пролетели по всяким там точкам и прочим, не заметили. Если, конечно, будут поражены какие-то там бомбардировщики,
на каком-то аэродроме, еще чего-то такое. Это тоже заметят. Но это, как говорится, военные удары. Корабль будет там какой-то взорван, уничтожен. Тоже заметят, потому что это касается всех. К сожалению, вот так устроена Россия. Есть Москва и есть все остальное. То, что во всем остальном происходит, это не так важно. То, что в Москве, это вот события уже российского значения. Я никому ничего не подсказываю, просто объясняю. Там нет никаких идей и задач, чтобы там кто-то чего-то нанес какой-то удар. Что давайте по-честному, говорят, у меня в Москве и остались друзья, и родственники, и близкие, и товарищи, да, и каждый может там стать случайной жертвой. Поэтому я совершенно не призываю ни к каким ударам, просто я объясняю психологию российского информационного общественного пространства. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не могу все же не спросить, потому что об этом пишет западная пресса. Это диктует логика, логика войны. И об этом, собственно, заявляют представители украинской власти, когда говорят, что, во-первых, мы обращаемся к западным партнерам с просьбой предоставить нам и оружие, и право использовать это оружие дальнобойное по территории России, там, по военным целям, да, и оружие украинского производства. Поляныця ракета-дрон плюс баллистическая ракета. Я этого всего не видел, но очень надеюсь, что ну, как бы мы создали все же эту ракету. По крайней мере, об этом говорит президент. И я не исключаю, что эта ракета может полететь на Москву. Вот тогда, на ваш взгляд, если Москва будет под прицельными ударами, это может дать, да, психологический эффект в первую очередь, морально-психологический эффект. К сожалению, я вынужден это говорить, к сожалению, глубокому, только события в Москве и могут дать общественно-политический эффект. К А что сожалению, это это может так. быть? Эффект какой? То есть там, начнут бегать, суетиться, уже что-то заявлять, идти на какие-то уступки или компромиссы, или может это вернуться за стол переговоров, или будут взывать к этому. То есть это что? Или боже, люди могут просто выйти на улицу и спросить: ребят, я прошу прощения, мы Не, тут на как улице бы сейчас уйти мозг посетил. невозможно. Это... Выход на улицу, это давайте мы сейчас оставим, потому что там озверевшая армия силовиков без совести, без чести, без доблести, без всякого, так сказать, там, человеческих эмпатий, она там, озверевшая армия, готова безоружных и неопасных людей избивать, пытать, бросать в автозаки и так далее. И плюс после этого еще раз всем мстить. Поэтому тут нет. А вот что будет? Будут разговоры, будет изменение общественного сознания. Понятно, что какие-то могут быть там стрелы направлены. То есть изменится морально-психологическая обстановка. Может измениться. Будет понятно, что Путин войну просирает. Уж извините, я так по-прямому говорю. А ведь раз он их просит, вот посмотрите сейчас, что творится. Вот эти Z-каналы сейчас обвиняют там власть в бездействии, в неспособности, в гнилости, в мягкотелости, потому что они сдали Курскую область, часть территории. Ничего сделать не могут. И их сейчас там полощут. Ничего власть с этим сделать особо не может. Потому что, типа, это свои же, до которых они опираются. Вот это тоже все произойдет. Тоже все произойдет. Чего Стрелкова в тюрьму посадили? Стрелков. Автор 2014 года, условно говоря, да, вот этого всей войны 2014 года. Главный фигурант и участник. Сидит в тюрьме. Почему? Слишком жестко критиковал за поражение, ошибки, гибель солдат, офицеров и так далее. Все, вот, я там в Твиттере дал. Не слышали разговор типа комбата? Я там не претендую, что это там всякое сейчас может быть, дипфейк они. Но по речи, по манере, я сам человек, отслуживший срочную службу в армии. Правда, у нас, конечно, не позволяли офицеры, ну, по крайней мере, в моем присутствии они не позволяли себе так вот переходить на эту речь. Но вот такое я слышал. А прапорщики, старшины позволяли. И это я всю лексику знаю. Вот поэтому вот оно отношение к солдату. Вот этого комбата. Ну, даже если ты никогда же предположить, все равно он отражает общее отношение к солдатам, как к пушечному мясу. Пушечное мясо. А ты еще там в госпитале лечишься, сволочь. Мы тебя тут ждем, а ты там в госпитале лечишься. Вот поэтому, да, вот, понимаете, вот это все поменяется, это отношение, вот это все будет накапливаться.
Давайте вспомним Первую мировую войну. С 2014 года подъем, ура, ура, патриотический подъем. А к 2017 году братание на фронте, и оружие было развернуто в другую сторону, да, по крайней мере, в России. Все идет, вот, понимаете, закон, как все время говорю, закон, я великий, так сказать, закон количества качества, все количественные предпосылки рано или поздно перерастают в другое качество. Наступает какой-то момент. Вот поэтому переход, закон перехода количества в качество, оно, он универсальный. Вот, во всем смысле, везде работает. Поэтому, вот, наверное, нужно какое-то количественное, определенное количество предпосылок, которое перерастет в иное качество отношения к власти, к режиму, к войне, к Путину, к Кремлю и так далее. Геннадий Владимирович, вот вы вспомнили Курскую область и операцию, проходящую там. И вот что по этому поводу заявил министр иностранных дел Лавров. Россия не будет вести переговоры с Украиной относительно территории Курской области. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем, сказал Лавров. И по его словам, свою территорию РФ расценивает четыре области Украины: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Хочу два вопроса. Да врет задать. Лавров. Врет Лавров. Путин давно уже готов пожертвовать и Херсонской, и Запорожской областями в обмен на переговоры, компромиссы и так далее. Давно уже, все известно. Врет он, как Сивый Мерин. Как Сивый Мерин, причем, видите, слово «мерин» к нему очень хорошо подходит. А можете, пожалуйста, развернуто ответить, расширить эту мысль? Потому что, с одной стороны, как бы, о чем говорит Лавров, Путин и прочие преступники. Мы ни в коем мере не сядем за стол переговоров, мы ни в коем мере там не будем ни на что рассчитывать, ни к чему не взываем, и с террористами там не ведутся переговоры. С другой стороны, действительно, я уже не первый раз слышу, что Путин готов к подобным, тому, я не знаю, как это можно назвать, ну, к переговорам, да, когда Херсонская и Запорожская область могут быть оккупированы, где оккупированы. Как вы это видите? Действительно ли это очень слабый блеф? Что это? Вот смотрите, что мы знаем. Информация там, она начало лета. В Кремле почему-то решили, там Путину доложили, что они могут воевать еще 2 года. 24 и 25. А к 26 все надо заканчивать. То ли там доложили в связи с тем, что будут ресурсы заканчиваться, то ли там накопятся какие-то негативные посылки, то ли еще что-то. Но вот, по крайней мере, там 2-3 месяца назад в Кремле было совещание, на котором они обозначили как бы предел времени, который они могут вести войну. То есть конец 25-го года. И о чем это говорит? Они прекрасно понимают, что война на истощение, которую может Запад им навязать. Давайте так говорить, Запад. Да? Вот, потому что Украина, если получит достаточную помощь, у нее хватит мужества, сил, стойкости громить агрессора. Я так скажу, при наличии соответствующего вооружения, поддержки, помощи и прочее, прочее, прочее. А у Путина будут нарастать проблемы в стране. Все равно будут. Я знаю, что все. Я эту макроэкономику все знаю, статистику знаю. Знаю, там, сколько тратит ВВП, какой там внешний долг, какой сальдо внешнеторгового баланса. Я все это знаю. Но я все время говорю, спорю даже со своим старшим сыном, мы там не всегда сходимся в оценках. Я говорю, слушай, Дим, ну, ты понимаешь, что войну ведут люди. Не цифры, не экспортные поступления, не какие-то... А войну ведут люди в конкретной ситуации. И люди имеют имеют обыкновение менять свои взгляды, точки зрения, уставать, впадать в депрессию и так далее и тому подобное. И тут с этим ничего не сделаешь, никакими цифрами это не поправишь. Поэтому вот они почему-то решили, что они способны будут вести боевые действия до конца 25-го года. Я еще раз повторяю, это они так решили. Вот. Поэтому ситуация, она вот такая, что Путин прекрасно понимает, что за это время он, конечно, никакую Украину там не оккупирует, побед не добьется. У него задача тянуть по возможности. И главная задача, которую он сейчас видит, он видит задачу выхода на границы, административной границы Донецкой и Луганской областей. Типа сказать, вот это и была наша задача, решили, мы там денацифицировали две области, там, значит, притесняли россиян, русские, все русское, мы эту задачу решили, и теперь мы садимся за стол переговоров, чтобы Запад, признал нас, признал Крым,
признал нашу великую победу. И за это мы ему готовы отдать две области. Ладно, черт с вами, так и быть. Вот. Ну и, конечно, выводите войска из Курска. Ну, условно говоря, если они там будут к этому времени. Вот примерно такой план Кремля. Они вот на это рассчитывают. И это, кстати говоря, довольно опасный сценарий, к сожалению. Я понимаю, я вот читаю там, допустим, уважаемого Льва Шлосберга, да? Я его читаю, он очень умный человек, с ним очень хорошо отношусь. Вот, такие ему, как говорится, в России побольше. Но вот тут вот, да, совершенно очевиден вот такой эмоциональный посыл, эмоциональный порыв, вот давайте перестанем убивать людей на войне. Я про статью Льва Шлосберга, которую он разместил в сетях. Вот остановить войну. Вопрос-то не в этом. Хорошо, войну можно остановить, заморозить. Что будет дальше? Вот мы заморозили, давайте так говорим, мы все вместе, да, как будто мы участники этого процесса, заморозили 2014 год. Заморозили по линии вот этого столкновения боевого, там образовались квази какие-то там государства, там типа, ну понятно, марионеточные, там Донбасское народное, там Луганское народное какие-то там образования. К чему это привело? Вот заморозили, вот перестали убивать людей, снизили интенсивность огня, да, там разовые перестрелки, которые возникали, периодические перестрелки, ну, они там приводили к единичным жертвам, скажем так. Чем кончилось это вот перемирие? Большой войной, ценой которой уже сотни тысяч погибших. Сейчас мы можем заморозить этот конфликт. Но если по аналогии с 2014 годом, то это следующий конфликт, это уже миллионы погибших, если не десятки. Поэтому вопрос не в том, что сейчас спасти жизни, а в том, что мы получим в итоге. Мы получим перемирие, которое обернется более кровавой, более разрушительной войной, да еще не дай бог с применением ядерного оружия, массового оружия, оружия массового уничтожения. Или все-таки ценой, конечно, безусловно, потерь определенных человеческих жизней, терпения, воли, агрессору будет нанесен ущерб, агрессор получит по морде, все остальные агрессоры притихнут и желающие стать агрессорами. И будет каким-то образом восстановлен международный порядок с позиции силы. Вот сейчас это очень важно. Мы должны понять, что демократии не могут просто не только словами. Знаете, как говорил, приписывают слова эти, господи, руководителю итальянской мафии. Все. Дон Корлеоне. А? Дон Корлеоне. Ну, не Дон Корлеоне. Дон Корлеоне это же выдуманный персонал. Не важно. Который говорил, что там, вот, знаете, с помощью доброго слова можно многого добиться. Но с помощью доброго... Доброго слова и пистолета этот... Доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего. Вот демократии должны понять, что с помощью не только доброго слова, но с помощью доброго слова и силы можно добиться гораздо больших результатов, чем просто только с помощью доброго слова. Мир с позиции силы. А? Ну, и Аль Капоне говорит. Аль Капоне, конечно, Аль Капоне. Да. Да. Великой, вот, ну, великой, по крайней мере, популярной, разошедшейся по всему миру его вот это высказывание, что с помощью добрых слов и пистолета можно сделать гораздо больше, чем только просто с помощью добрых слов. Вот демократии должны это понять. К сожалению, мир строится сейчас все равно с позиции силы, потому что существует безумная тирания, безумные значит, вот эти тираны, какие-то безумные доктрины и так далее и тому подобное. Мир должен быть с позиции силы. И итог войны сегодня между Россией и Украиной, вернее, этой агрессии России против Украины, тоже должен выстраиваться с позиции силы. На мой взгляд, это будет самым прочным миром, нежели тот мир, который вот будет хрупкий. Путин уже потерся всеми международными актами, каким только можно. Начиная с Хельсинского акта о незыблемости границ, 1975 года прошлого века в Европе, кончая там последними соглашениями о безопасности, гарантии безопасности, территориальной целостности Украины. Путин потерся всем. Почему он не может подтереться новым договором о мире и безопасности Украины? Запросто. Поэтому вот, да, хочется остановить войну сейчас, хочется остановить кровопролитие, но мир с позиции силы гораздо прочнее, чем мир с позиции вот, невозможности победить агрессора.
Геннадий Владимирович, еще две темы хочу с вами успеть обсудить. Вот смотрите, российские паблики там публикуют новые кадры, там наличие, присутствие, переброски белорусской техники к украинской границе. Они там обозначаются буквой то ли В, то ли Б, если мы используем там латиницу, ну, но это не важно. То есть в любом случае количество техники, сил, ресурсов на границе увеличивается. Беларусь их скапливает. И мы там обращались уже к белорусской стороне и предупреждали. Но, судя по всему, реакции нет. Хочу вас спросить, что задумал Лукашенко? То есть какая у него сейчас главная задача вот этим маневром? Он что хочет показать? Ну, я всегда считал, и все-таки продолжаю считать, что это то, что, как говорится, игра на грани фола со стороны Лукашенко. Потому что он все время мечется между двумя или тремя огнями. Он и Путин должен угодить, он и войну не должен начать. Я полагаю, что он не настолько идиот, чтобы начинать реальные боевые действия, поскольку это приведет к его свержению. Народ его ненавидит. Если он этого не знал, пусть он нас послушает и поверит, что народ его ненавидит, белорусский народ. Я уж не говорю о том, как будет его ненавидеть народ украинский, если он посягнет на территорию Украины и вступит в эту войну. Вот, это первое. Но, вы знаете, я вот сейчас тоже, когда говорю, я сижу и думаю, что ведь многие люди, умные, знающие, там, понимающие, не верили, что Путин начнет войну против Украины. Они все полагали, что это действительно учение, это, ну, понятно, что это не учение, а демонстрация силы, что это попытка заставить вынудить пойти на переговоры, на какие-то уступки, там, чтобы Байден встретился, чтобы там кто-то позвонил, Макрон позвонил, там Меркель приехала и так далее. Вот это, никто не верил до конца, что Путин решится на масштабное нападение на Украину. Поэтому, конечно, я считаю, что Лукашенко будет, извините за выражение, бледовать до последнего. Это вот у него поведение, линия поведения не изменяется, это слово ничем в русском языке. Он будет это делать до конца. Но вот сейчас, вспоминая вот этот исторический опыт с Путиным, все равно придется создавать линию укрепления. Ну, я думаю, что они уже созданы. Все равно придется сконцентрировать какие-то резервы на этом направлении. Черт их знает, этих диктаторов. У них иногда клинят, они там себя действительно считают там подобными Господу Богу, вершителями судеб и так далее и тому подобное. Бывает. Потому что я все время говорю, что если бы политическая власть не теряла адекватности, никаких бы там революций, войн, потрясений, бунтов, свержений бы не было. Это все происходит тогда, когда политическая власть, обладая всей полнотой информации, по крайней мере, возможностью, впадает в свои собственные какие-то иллюзии, теряет адекватность и совершает ошибки, после чего, так сказать, развязывается событие, уничтожающее эту власть, но заодно, к сожалению, очень много-много жизней людей. Вы знаете, в Кремле уже анонсировали визит Путина в Монголию, а Монголия – это страна, которая ратифицировала статут, Римский статут. И Украина, и Гаагский суд настаивают, что Монголия, цитирую, «обязана арестовать Путина в случае его визита». Сообщает издание BBC. А вот у меня вопрос. Ну хорошо, Гаагский суд настаивает. Украина, да, я видел это заявление, что надо арестовать Путина. А мне еще вопрос. А вот другие страны промолчали? Хороший вопрос. Потому что я не видел, например, самая главная реакция Соединенных Штатов Америки. Вот я не и видел. Я не видел. И я не вот видел. Мне интересно. Вот мне интересно, почему. А вот я только вот о чем подумал. Замечательная, так сказать, Европейская комиссия, это типа прообраз про европейского правительства, и там люди, которые активно поддерживают Украину, по крайней мере, ну и на словах, и на делах. А как их реакция? Какая? А где? А может быть, все-таки вот сейчас нужно озвучить, может быть, Зеленский должен обратиться к лидерам мировым, к президентам, к руководителям Европы, к руководителям крупнейших стран. И попросите сделать соответствующее предупреждение Монголии. Что, ребята, либо вы имитируете, что вы часть мировой цивилизации, имитируете, тогда к чертовой матери вашей не нужна имитация. Либо будьте этой частью, выполняйте строго требования закона, международного права. И более того, мы знаем, что один из судей Международного уголовного суда, по-моему, там чуть ли не руководитель, не зам, председатель суда, представитель Монголии. И как? Вы в одном месте судите Путина и выписываете ордер,
А в другом месте, Владимир Владимирович, добро пожаловать. Вот я думаю, что сейчас вашему президенту необходимо сделать прямое обращение к лидерам крупных государств, которые поддержат это международное соглашение по розыску международных преступников, которые поддержат идеологию вот такого международного правосудия, и сказать: господа в Монголии, а вы не забыли, что вы подписали Римский статут? А вы не забыли, что вы вошли в международные органы судебные? А вы не забыли, что ваш представитель достойно представляет вашу страну в этих органах? И его, так сказать, при его, так сказать, голосовании и так далее, не знаю, подписи, выписан ордер Путина. А вы как к этому относитесь? Как к формальности пустой? Или вы действительно часть мирового сообщества? Или у вас там зависит от конъюнктурной ситуации. Сегодня вы часть мирового сообщества, завтра нет, послезавтра вы опять часть мирового сообщества. Вы определитесь. Вы либо крест снимите, либо трусы оденете. Вот что-то одно. Подписываюсь под каждым словом. Спасибо большое за этот эфир, потому что было безумно интересно. Впрочем, как и всегда, берегите себя, пожалуйста, и до скорой встречи. Если будете находить время для нас, всегда будем рады. Всегда готов. Спасибо.